Глэм-рок Бонни! Целый! Собранный! Они вдвоем напали! Мундро вместе с Плюшбе... Ой, ё-моё, сколько шаров! Кидаем все! Кидаем все шары! В смысле заказ? У меня уже заказ! Какой я тебе сделаю заказ, если у меня заказ заказом заказом? Привет! Мы продолжаем проходить FNAF Help Wanted 2. И сегодня мы с вами найдем настоящего Glamrock Bonnie, а также посмотрим другие интересные режимы в этой игре. Скорее ставь лайк, если ты ждал новую серию. А это канал FNAF Play, а я Голдот Фредди. Сразу погнали играть! На самом деле мы прошли уже очень много режимов, и до финала осталось совсем чуть-чуть, поэтому сразу же залетаем в боулинг Бонни. Я все-таки постараюсь выиграть, потому что в прошлой серии у меня не удалось это сделать. И возможно в этой серии мы боулинг пройдем. Просто надо кидать шары. Ну, казалось бы, что сложного? Берешь шар, кидаешь и... Ну, хотя бы хоть куда-то я попал. Уже хорошо. Уже хорошо. А то мог вообще никуда не попасть. Так. Еще раз. Надо два удара сделать и... И все мимо. И, ну, как обычно, все мимо. Я не знаю. Я либо кривой, либо косой. С боулингом мне реально не везет, потому что кегли все стоят. Ну, хорошо, ладно. Надо хоть раз выбить страйк, потому что это уже не смешно. Так, он еще и рот закрыл, офигеть. Ну блин, а вот как кинуть шар, чтобы я попал хоть куда-нибудь? Вот давай. Дай кегли, ну хотя бы так. Хотя бы так, он еще рот закрывает, смотри. Заяц, ты не офигел? А куда у меня шар пропал? Блин, я думал успею кинуть шар, он пропал. 9 очков, но это никуда не годится, ребят. Я не знаю, на самом деле, сколько набрать надо очков, чтобы выиграть здесь. Но я надеюсь, что меня пропустят, и я смогу... Победить, да, ну как всегда. Я хоть раз попаду сегодня, я хоть раз выбью страйк. Я не знаю, мне с боулингом не везет. Это, наверное, единственный режим, который я не могу нормально пройти. Ну да посмотри, у меня либо влево, либо вправо шары летят куда попало. Я офигею. Это не прикольно нифига. Ладно, где мои шары? Шары где? Алло, выкатывайся, спасибо. Может хоть сейчас я попаду? Блин, там это выпало, там... Плюш Бэйби! Вот почему в Плюш Бэйби я попал? Почему я в кегли также не могу попасть? Опа! О-о-о-о! Не, ну это, конечно, не страйк, но хотя бы я все кегли сбил. Уже хорошо. Уже плюс очки. Супер. И опять мимо. Вот когда, знаешь, возникает угроза, типа Плюш Бэйби, я сразу попадать начинаю. Можно мне еще одну Плюш Бэйби, пожалуйста? Плюш Бэйби мне можно? Блин, опять я не попал. Да что ж такое-то? Да что ж такое-то? Я сегодня начну играть или нет? Может вы лайки поставите, ребят? Потому что, может быть, из-за того, что мало лайков, я кривой. Может лайки меня... Опа, ундроп, здравствуйте. Я, подожди, я тут немножко в боулинг играю. Пошел вон. Фонарик можешь забрать тоже, он мне не нужен. Это еще что за говно? Почему так медленно и криво? Ну что? Все, я ненавижу этот режим. Я просто ненавижу этот режим. Это какое-то издевательство. Ну я реально, я стараюсь кидать ровно, но не получается. Ну, знаешь еще в чем проблема? На PlayStation VR такие неудобные джойстики. Я не могу. Ну, вот сейчас хоть что-то сбил. Реально, джойстики неудобные, может из-за этого я его посмотрю. Они очень большие, круглые и мимо опять. Ладно. Ладно, сколько там еще раз надо кинуть шар и унизить меня? 28, кстати. 28 ударов ножом. Я действовал наверняка, да. Это еще что за приколы? Между прочим, я попал. Правда, кегли не сбивал почти, но... Но крокодилы реально... Крокодилы руинят. Ну, да, все, ну, не могу. Я не могу играть в это. Я уже реально хочу в другой режим, потому что это не мой. Это явно не мой режим. Мне нужно что-то на... Что-то страшное со скримерами, выживание и... Иначе ничего не получится. Так, может хоть что-то собью я. Не, вообще, я не знаю, я кидаю ровно, но не получается. Я думаю, фонарика, может быть, можно сбить кегли. Но фонарик просто не летит. Блин, прикольно было бы, если можно было кинуть фонарик, он полетел. Да опять Мундро. Пошел вон. Они вдвоем напали. Мундро вместе с Плюш Б. Ой, ё-моё, сколько шаров, кидаем все! Кидаем все шары! И еще два. В смысле, ты рот закрыл, козел? У меня шар обратно катится. Дайте я еще раз его. А, он исчез. Блин. Сколько? 34 очка. А, это все? Или я еще могу кинуть что-то? Походу, это все. Я выиграл! Мне даже ачивку дали! Офигеть! ГГИ. А что такое ГГИ? ГГ это типа good game? И что мне дали в итоге? Что?
Глэм-рок Бонни? Да ну, он что, живой? Подожди, секунду, у нас же сломанный в руинах был. Ну-ка, секундочку. У нас теперь есть реально моделька Глэм-рок... Вот она. Вот он! Глэм-рок Бонни! Целый, собранный и... покоцанный. Офигеть, ребят, Глэм-рок Бонни собственной персоной, еще и не раздолбанный. Ну как он... Как будто они подрались с Монти, и Монти почему-то выиграл, да? Ну прикольно, прикольно. Он реально классный, ребята, посмотрите. Просто Глэм-рок Бонни. Как-то... Вот плохо, что модельки все сверху, я не могу ему в глаза хочу посмотреть. Может, сейчас залезу на кресло, сейчас попробую встать и... ну, чуть повыше получилось, но нифига. Чуть повыше получилось, но не так, как хотелось бы. Ну, прикольно, прикольно, ребят. Моделька классная, мне прям нравится. Выглядит офигительно. Ребят, за это уже можно лайков загрузить, потому что мы нашли настоящего Глэм-рок Бонни. Ладно. В какой нам режимчик еще зайти, который у нас не пройден? В этих папках... О, газировка. Давайте в газировку залетим. Че бы и нет. Газировку. Кстати, напиши в комментариях, какая газировка твоя любимая. Мне лично нравится... Последнее время подсел на спрайт. Не знаю, спрайт прям очень вкусный. Заказал недавно на Озоне кучу спрайта и до сих пор пью. Спрайт вообще класс. Но все-таки кола, наверное, на первом месте. А ты бы что выбрал? Колу, пепси, спрайт, миринду, 7-Up? Какие еще напитки есть? Может, ты вообще лимонад любишь? Напиши в комментах то свой любимый напиток. Что бы ты предпочел бы... Вот если бы тебе сказали, что у тебя есть неограниченный доступ к какому-нибудь напитку, будь то там квас даже, не знаю, молоко, газировка, что бы ты выбрал? Я бы, может быть, выбрал, наверное... Если бы неограниченный доступ, я бы, может, выбрал, наверное... Блин, я даже не знаю. Если честно. Это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос, и пока мы тут наливаем газировку, мы как раз таки проговорим с вами про газировку. Реально, ну а что можно выбрать? Ну прикинь, если ты, у тебя неограниченный запас колы, ты же сдохнешь с нее. Типа это очень много, а если, допустим, какое-нибудь молоко, в принципе, можно... Можно же кофе с молоком пить, можно чай с молоком пить, можно много чего пить с молоком. Поэтому не знаю даже. Я бы, может быть, выбрал молоко. Потому что неограниченный запас все-таки. А колу можно и купить. Че бы и нет. Колу можно и купить, и немножечко попить. Просто часто колу пить-то вредно, по факту. Но один фиг. Пьем же, куда деваться. Ладно, на последней секунде успел отправить напиток. И он засчитался. Отлично. Отлично. Это хорошо, что он засчитался, потому что я думаю, мало ли, может быть, не засчитается. И мы проиграем. Блин, эти роботы задолбали спать. Хватит спать, вы можете работать. Потому что ничего не хватает. У меня вот курица дофига, а конфет мало. Конфеты, мне нужны конфеты. Ты посмотри, ну что это за рожа? Работай, говорю. Бесполезные роботы. Вот это, кстати, мини-игра. Одна из тех мини-игр, которая мне не особо нравится, но ее надо проходить, я так понимаю, чтобы поставить галочку, да? Чтобы добить сюжет, надо пройти все мини-игры. Ну, ё-моё, как же скучно сидеть и разливать напитки. Это прям, ну, я не знаю, кто придумал этот режим. Я, знаешь, я себя чувствую, как будто я на кассе Бургер Кинга, и там можно бесплатно пить сколько влезет, если у тебя есть стакан. Но мне кажется, блин, у меня была такая история, когда я как-то ходил в Бургер Кинг, и когда сделали эту акцию, типа, бесплатно можно наливать стакан, я купил там стакан, и каждый день приходил чисто с этим стаканом, доставал его и пил... газировку бесплатно. А как-то, короче, ну чисто, видимо, прошарили про эту фишку многие. Как-то прихожу, короче, в Бургер Кинг, и там стоит какая-то бабка с 5-литровой бутылкой и наливает себе туда. Это было так смешно. Блин, ну было угарно. Ладно, мы прошли этот режим, и нам выпал что? Что нам выпало? Понятно. Классно. Я думал, что-то хорошее дали, опять какое-то говно. Так, что у нас еще есть? Что у нас еще есть? Там мы вроде все прошли. И здесь тоже все прошли. Так мы все прошли. Слушайте, неплохо. Так, а что у нас есть здесь? Ага, газировочка. Опять газировочка. А здесь пройдено все. Слушайте, так мы почти всю игру прошли, ребят. У нас уже много чего пройдено, это хорошо. Тут у нас два режима осталось. Карусель, ну это потом. Это длинный режим. Ну, не знаю, даже давайте поналиваем газировку еще.
Подаливаем. Мы раз уж у нас такая тема про газировку, надо наливать газировку, ребят. Как-нибудь у вас было такое, что вы приходите в Бургер Кинг и стоит бабка с 5-литровым тазиком и наливает себе кучу колы? Я просто представил, как это было. Ее причем никто не выгонял, а она стоит с этим тазиком, короче, и наливает. Это был угар вообще просто. Ой, как-то подходил еще пацан с ведром, вот знаешь, из-под крылышек, из-под наггетсов, огромное такое ведро, и он с этим ведром тоже подходил туда, наливал, это вообще, конечно, это угар, может быть, кто-то из вас тоже так же делал, но по-любому многие покупали стаканчик и с ним ходили, повторно наливали бесплатно себе какие-нибудь газировки. Вот, кто так делал, напишите, как у вас это было. Напишите в комментах. Поугараем, ребят. Ну, блин, на самом деле весело. Так, ты что мне принес? В смысле заказ? У меня уже заказ. Какой я тебе сделаю заказ, если у меня заказ заказом? У меня заказ за заказом, а ты меня еще просишь заказ сделать. Ты дурак? Кому ты там хочешь газировку налить? Я никого... Ну... Бля, он хитрожопый. Ладно, забирай, чтобы он просто не маячил. Мне кажется, если я ему не сделаю заказ, он меня скриманет. А, все, вошел. Пошел вон отсюда, не мешай мне. Не мешай мне работать. Вот какой наглый. Слушай, ну режим усложняется. У нас уже 5 ингредиентов, ребят. 5 ингредиентов, но я вроде стараюсь все пройти, чтобы не было никаких приколов. Так, ладно. Они очень медленно все это делают, эти роботы. У нас добавили кнопку ускорения, но она не особо помогает. Так. Ну, почти. Вроде правильно. Так, не надо, только не заказ, пожалуйста. У меня тут не свободная касса, я тут не бургеры делаю вам. А как вообще может быть... А, протеин, это курица. Я думал, это курица, а это протеин. Ну, ладно. Кто пьет все эти напитки, у меня вопрос. Кто это все пьет? Может быть, оно все доставляется в пиццерию? Так, опять робот приехал. Он же уедет сейчас, я надеюсь. Я просто слышу, он стоит. Чё ты стоишь? Уезжай. У меня, я занят, видишь. У меня тут срочный заказ. Срочные заказы у меня. Мне не до... Я думал, он сейчас не заказ опять даст какой-нибудь. А всё, вот тот молодец. Уезжай, красавчик. Не будет до меня докапываться, это уже хорошо. Так. Ну, надо... Короче, самое главное в этой мини-игре сделать как можно быстрее все заказы. И там, по-моему, то ли 10, то ли 12 ты делаешь, и все, игра заканчивается. Главное не тянуть время, надо все быстренько делать. Так, конфеты. Конфеты все желтым мигает, это плохо. Когда мигает желтым, значит, они вообще не работают. Роботы обленились в край. Ты посмотри. Я, как ваш начальник, обязан вам сказать, что я вас уволю нахрен всех. Бесполезные вы железки. Почему они вообще не перестают работать? Что это такое? У вас еще перерыв на обед, что ли, я не понимаю. Работайте давайте. Так, надо 3 конфеты. Мне твои заказы не нужны. Свали отсюда. Издевательство какое-то, просто. Я не знаю, я надеюсь, больше вот этих уровней с газировкой не будет. Я не готов это терпеть, хватит уже, все. Натерпелся. 5, опять 5 ингредиентов. Но у нас не хватает, да? Не, подожди, хватает. Хватает. И курица, есть. А сколько можно уже? Я реально, я задолбался, может... Все! Мы прошли! Ура! Блин, прикольно. Ни разу на эту кнопку не нажимал. Надеюсь, нам сейчас дадут хоть что-то нормальное. Но главное, что мы проходим режим, ребят. Главное, что мы проходим режим и дали лимонадного жердяя. Зачем он мне нужен? Блин, лимонадный жердяй, это же говно какое-то. Чё? Что-то изменилось? Для меня сообщение? Какое? В углу? В каком углу? Вот в этом? О! Появилась банка газировки и могилы. Банка газировки с могилами. Интересно. Интересно. Непонятно, нифига, но очень интересно. Так, что у нас еще появилось? Вот это сообщение. Вот это сообщение. Это секретное послание. И вроде все. Ну, что я могу сказать? Было прикольно. Я думаю, на этом мы пока что закончим серию и увидимся с вами уже в новой серии. Реально круто, что разработчики добавили в игру настоящего Glamrock Bonnie, потому что мы его видели в DLC Руины, и он был весь разобранный и сломанный. Здесь он, конечно, тоже сломанный, но он целый. И это реально круто. Также мы посмотрели другие разные режимы, и в следующей серии продолжим проходить эту игру. Скорее ставь лайк, если ты ждешь новую серию. Всем удачи и всем пока!